погода влияет на ваше настроение? Абсолютно никак. То есть даже если холодно, вам класс? Да. Я люблю зиму, и весну, и лето, и осень. Все люблю. Мне погода нравится, настроение хорошее. А скажите, пожалуйста, как погода влияет на ваше настроение? Никак. Замечательно. Ничего мне не влияет, если снег и дождик. Каждая погода хорошая по-своему. Мальчики, можно вопрос? Как погода влияет на ваше настроение? Ну, вы знаете, если... Сильно. Да, сильно вообще влияет. Если, например, если тепло, конечно, гулять хочется. Да. А если вот холодно, мы как-то же все равно прижимаемся ближе к дому. Как-то якын. Якын. Кстати, новую программу запускаем. Якын. Вот так совсем случайно мы узнали о новой программе ребят, которая в свою очередь будет транслироваться на нашем телеканале «Универ ТВ» один раз в неделю. Как вы уже поняли, программа называется «Якын», что в переводе с татарского языка «близко». И вообще название соединило в себе аж три языка. Английские буквы, слово татарское, а значение на русском. Мудрено? Нет, вполне себе креативно. Кстати, ведущий программы Аскар Галимов известен также как ведущий «Универ Ньюс» и радиоведущий «ЮФМ» и его соведущий Егор Журавлев. Рассказали нам, что же из себя представляет их новая программа. Якын назвали, потому что мы стараемся быть ближе к каждому студенту из Казанского федерального университета. А вот... Да, ну вообще как бы не ограничиваемся на Казанском федеральном, хотим рассказать про всех студентов. Если ты талантливый, ты занимаешься каким-нибудь делом своим, творишь, там, танцуешь, поешь, что-то делаешь такое классное, мы про тебя готовы рассказать всем студентам и для того, чтобы тебе помочь как-то дальше себя реализовать в этой творческой направленности. Уже совсем скоро вы сможете стать ближе к ребятам, к талантливым студентам и к творчеству на Универ ТВ. Елизавета Евсефеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.